Всем огромный-огромный привет. Выходной день. Это очень хорошо, но погода не радует. Опять жара. Неделю прогнозируют жару больше 30 градусов. И вот сейчас уже утро. Но я смотрю, здесь у нас тенечек пока, потому что только где-то к обеду у нас здесь солнышко. И вот в тенечке 28 градусов. Представляете, у меня открыто окно. Я, конечно же, пока не включаю никакой кондиционер. Хочу вместе с вами приготовить завтрак. Меня потому что просили хотя бы немножечко рассказывать о своем меню. Вот. Я обязательно напишу, сколько калорий будет на одну порцию. Давайте приготовим с вами вместе. Как идея такая для завтрака. Может быть, кому-то тоже будет интересно, потому что, ну, в принципе, это так можно подумать, что, ну, что есть на завтрак? Я иногда голову прям ломаю. У меня в холодильнике была цветная капуста, вот такая. Так как она замороженная, я ее сейчас немножечко, буквально 3 минуточки, разморожу. Отварю. Я ее перекладываю в кастрюльку. Заливаю водой и пускай она у меня немножко потомится, прям чуть-чуть. Вода закипит, буквально 3 минутки ее проварю до мягкости. Я хочу сегодня сделать омлет с цветной капустой в духовке. Я думаю, будет вкусно. Все же это не жареные яйца. Тем более готовится очень быстро. Единственное, вот я же говорю, у меня заморочка такая с цветной капустой. Отварить 10-15 минут. Но не буду, конечно, ее 10-15 минут варить. Потому что она у меня будет еще в духовочке стоять. Сейчас она буквально чуть-чуть разморозится. Такая у меня капуста крупная. И я ее быстренько приготовлю уже в омлетик. Так, форму я подготовила, потому что омлет, я думаю, будет подниматься. Не хочу брать слишком маленькую форму, поэтому возьму эту. Уже разбила яйца. Так. Форма чистая. Я ее немножко смажу растительным маслом. Прям, знаете, вот буквально каплюшечку такую. Много не надо. Буквально каплюшу. Как же жарко. Сейчас еще чайник буду ставить. Кухня маленькая. Вот. Просто смазали. Не надо, чтобы тут ничего текло. Особенно форма, если стеклянная. Так. Все. Жду капусту. Пускай она прям немножко разморозится. И возвращаюсь к вам. Ставила 10 минут, засекала, чтобы сварилась цветная капуста. Теперь отправляю ее сюда в форму. Так. Как-то не очень мне нравится замороженная цветная капуста. Какая-то она как вата, все же со свежей. Вот я иной раз покупаю свежую, когда она более-менее по такой приемлемой цене. Я беру, и мне со свежей, даже вот когда я свою свежую замораживаю, она все равно вот не такая. Не знаю, как объяснить. Может, кто-то знает, почему. А вот замороженная все же как вата. Так, что я делаю дальше? Я ее сейчас немножко порежу, потому что она у меня крупная. Вот так. На более такие мелкие кусочки. Разрезаю. На самом деле это можно приготовить, например, с вечера, если вы торопитесь. А утром вот приготовить с вечера капусту, поставить в холодильник. А утром просто залить яйцами и поставить в духовку. Это будет гораздо быстрее, чем возиться с утра с капустой там.
Ну, можно, в принципе, омлет сделать там с колбасой, например. Ну, так как у меня сегодня полезный омлет, то он будет с цветной капустой. Так, разбираем вот так на небольшие соцветия. Распределяю. Вот так у меня получается. Немножко сейчас подсолю. Прям совсем чуть-чуть. Можно подсолить, когда варите. Чуть-чуть подсаливаю. У меня здесь 6 яиц. Повторю, что я делаю этот омлет не на один раз. Я взяла 6 яиц. Добавляю сюда стакан молока. А ну-ка. Ой, покупаю сейчас молоко вот в этих пакетах. Шикарное, вкусное. Яйца солю. Солите по вкусу. Я много не солю. Так, достаточно. И перемешиваю. Сделала вкусную аджику. Сейчас тоже с омлетом открою. Вкусная, предвкусная получилась аджика. Несколько баночек. Всю ночь крутила. Рецепт увидите на кулинарном канале. Но аджика обалденная. Я ее просто обожаю. Стараюсь сделать каждый год. По нескольку баночек. Размешиваю яйца вместе с солью. Но ни в коей мере не надо вот так сильно мешать. Просто размешайте, чтобы желток разошелся. Вот так. Размешиваем. Не взбиваем. Перемешать, но не взбивать. Вот так. Так, просто размешала. Наливаю сюда молока. Перемешиваю. Не надо это все очень сильно так венчиком взбалтывать. Просто перемешали. Заливаю цветную капусту. И вот в таком виде отправляю в духовку минут 15-20, 180 градусов. Духовка у меня холодная. А пока ставлю уже чайник, пока омлет приготовится и чайник уже закипит. Тоже как раз у меня чайник где-то минут 10 закипает. Я, ну, полный, когда я ставлю, я засекаю на таймере. И он минут 10 закипает. Как раз за это время можно что-то приготовить в духовке. Поэтому вкусно, полезно. Я сейчас пойду рассчитаю на порцию килокалорий, чтобы вам написать. Примерно... Посмотрю, сколько будет в омлете в духовке, потому что, думаю, цветная капуста, в принципе, не очень много калорий. А вот в омлете сейчас посмотрю и рассчитаю, и потом, конечно же, взвешу свою порцию, сколько я съем, может быть, 200 грамм, может, 300. Посмотрю по калориям. Все, ставлю чайник. Чайник вскипел, омлет там уже практически готов. Я буду пить кофе с молоком без сахара. 2 дня пила чай, каюсь, кофе не пила, не то, что не хотела, а просто нужно было попить чай. И 2 дня пила травяной чай и чай с шиповником. Я купила себе опять гранулированный чай с шиповником. Вот где, не помню, в Ашане вроде. В остальных магазинах он что-то дорого. Вот такой вот. О, помидорчик. Вот такой вот.
чай с шиповником, здоровье. Он гранулированный, очень удобно, и он гораздо вкуснее, чем фикс-прайсе. Смотрите, вот так он гранулами. Мне очень нравится. Поэтому вот я 2 дня его пила и пила травяной чай. Так что теперь хоть кофейка попью. Омлет готов. Сейчас я вам покажу. Получился такой красивый, зажаренный. Смотрите, какая прелесть. Аромат потрясающий. Хочу посоветовать, еще вот вспомнила, омлет можно приготовить с зеленой стручковой фасолью, либо с зеленым горошком. Тоже очень вкусно. Рассчитала я калорийность омлета. Сейчас взвешу порцию. Причем омлет со сливочным маслом калорийнее, но я сюда масло сливочное не добавляла и практически растительное все вот так вот растерла. Поэтому сейчас рассчитаю. У меня уже весы как стали такие домашние. И покажу вам порцию. Ну и вот такой у меня завтрак. Кофе с молоком, без сахара, омлет. Я уже рассчитала порцию и порезала помидорки. В общем, порция омлета с цветной капустой у меня вышла примерно где-то 270 килокалорий. Вот так весь мой завтрак. И кофе я приплюсовала еще сюда. Сейчас записываю в эту программку. Там бегает. Записываю в программку подсчета килокалорий. Поэтому вот так пользуйтесь. Кто... У кого нет идей, что приготовить на завтрак, приготовьте такой вкусный омлет. Всем огромное спасибо, до свидания и пока.